Во, пошло. УБ3 АГН, РЦ3С. Принято, РЦ3С, УБ3 АГН. Плюс 30 ты идешь, если так вот. 5-9 раз площадь. Все отлично. За репер может быть спокоен, как танк. Потом... Я понял тебя, понял. Ну и хорошо, ладно. Троицкая репа, значит, работает. Ну как-то криво она все равно работает, я ее принимаю 7 балл. Ну, не знаю, у меня плюс 30 идет, нормально. Слушай, ну я за зиму тоже, ну как, ну не тоже, это, набрал, блин, это самое, вот 3 килограмма лишних, вот сейчас это, тоже и ходьба, и туда, и сюда, вот это, занимаюсь, гоняю. Волоколамска, те, которые за пределом Волоколамска. Кюсель? Вот, хотя и... Че, да QSL, там что-то Волоколамский что-то ляляка. Да, он уже в прямом работает. Он рассказывает, где он находится. А он в прямом на 700? Хрена себе. Говорит, через Волоколамскую репу работает. А, ну может у них тоже на 700, хотя не знаю. Ну вот я, ты его звал, он тебя не слышит. Я хотел, но он не успел. Так что вот как бы он нас не слышит. Так может это он через Тверскую работает? Не, Волоколамск, Тверскую, он не достанет, наверное. Ты чего? Ну попробуй с ним QSO провести. Да я пробовал тут. РК3 ДВМ, РЦ3С. В репитере Роман, центр, три центра, РЦ3С, прием. Не откликается. Я Роман, центр, три центр, РЦ3С. Прием, прием. Что, они в прямом на 700 работают? Да и бог с ними. Ну, я смотрю, слышу я его, РК3 ДВМ-то. Ну, значит, проходик он небольшой, и утро же ведь, ты же сам сказал. Ну да, утро, я же говорю, не ложился, значит, проходит должен быть. Ну ясно, ладно, хорошо. Все тогда. Пойду я, наверное, баиньки. Блин. Давай, давай, Антон. Утренний сон самый классный, поверь. Это то, что надо. Ну окей, хорошо. Хорошо. Давай тогда, чао, какао. УБ3 АГН, РЦ3С. Да что мне про себя-то забывать? Я вроде про себя не забываю. Вот. Ладно, сейчас видосик выложу на YouTube. Посмотришь. Ладно, все, чао, какао. УБ3 АГН, РЦ3С. Пока-пока, 73. Ага, счастливо, пока. Утреннее солнышко. Я Роман, центр, три центра, РЦ3С, прием. В репитере Роман, центр, три центра, РЦ3С, прием, прием. Никого. Ладно. Чё-то правда сегодня так спать не уйду. 6:30 утра 2 июня 2018 года.